Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем цикл, завершая и предпоследнюю нашу лекцию в рамках образовательной программы «Гиппократ». И ознакомим вас с основными позициями при выборе нестероидных противовоспалительных препаратов. Актуальность боли и назначение нестероидных противовоспалительных препаратов достаточно широка. Так как более 50% пациентов отмечают хроническую боль в спине или шее, до 18% больных могут отмечать головную боль, а также боли скелетно-мышечного характера. И 75% онкологических больных имеют хронический болевой синдром. 40% населения страдают ежедневно от боли. При этом основная часть этих больных – это пациенты пожилого и старческого возраста, люди старше 75 лет. Преимущественно пациенты жалуются на боль в спине, суставные боли, головные боли. То есть в основном это боли, которые связаны со скелетно-мышечными заболеваниями. Многие пациенты считают себя немножечко, чувствуют себя некомфортно, так как они являются порой плохими собеседниками или же вообще не могут общаться с учетом того, что интенсивность и частота болевого синдрома у них достаточно высока. Отдельную группу больных, у которых достаточно часто встречается болевой синдром той или иной природы, это люди, пожилые люди, как мы уже отметили. Более 300 миллионов жителей земного шара ежедневно используют те или иные нестероидные противовоспалительные препараты. При этом спектр лекарственных препаратов, которые могут одновременно использовать с нестероидными противовоспалительными препаратами, достаточно велик. Сегодня основной группой обезболивающих препаратов являются нестероидные противовоспалительные препараты. За последнее время общее потребление нестероидных противовоспалительных препаратов возросло и достигло 125 миллионов. В среднем это одна упаковка в год на одного человека. Среди используемых форм преобладают пероральные формы, а ректальные формы, они используются крайне редко и достигают почти 3%. Сама же история появления первых нестероидных противовоспалительных препаратов уходит далеко в историю. В 1898 году впервые был синтезирован аспирин. Немножко истории, чтобы было вот понятно ту нить, которую я хочу сегодня соединить. Ну и так, первый тезис – что боли сопутствуют нашим людям, преимущественно пожилого возраста, остеоартриты, да, боль в спине неспецифическая, и все эти пациенты страдают еще соматической патологией, среди которой сосудистая патология, атеросклеротическая патология является основной. И вот этот тезис. Давайте посмотрим, что исторически, как мы могли бы вот это все соединить. Итак, 1898 год. Молодой сотрудник фирмы Байер Феликс Хоффманс, руководствуясь в значительной мере личными мотивами, потому что его отец страдал артритом, разработал методику промышленного синтеза, отстил салициловой кислоты, ну, на основании работ Герхарда, которые были еще раньше опубликованы. Итак, появилась ацетилсалициловая кислота, 1898 год. Но уже спустя 40 лет в реальной энциклопедии медицинских наук, да,
было написано: раздел, посвященный салициловой кислоте, включает описание гастродуоденальных побочных эффектов, включая гастралгии и диспепсии. Это было сколько, 100-120 лет тому назад, что ли, примерно. По мнению некоторых авторов, изменения в желудке могут представлять картину более глубоких анатомических изменений. Это с одной стороны, и с другой стороны. Для уменьшения раздражающего действия салаты следует принимать после еды. То есть стали искать, появился факт, ацетилсалициловая кислота раздражает свойства желудка. Понятно. И поэтому иначе надо ее щадить. Но тогда ингибитора протонной помпы не было, не было никаких комбинаций там в виде кардиомагнила и так далее. Поэтому решили принимать после еды. А в Америке салициловую кислоту прописывают исключительно шипучими напитками. Так вот, с сельтерской водой, виши, иногда шампанским. Вот так люди выходили из ситуации вот, с повреждающим действием салициловой кислоты. Но аспирина. Ну, а дальше произошло еще несколько событий. Первое событие – это знаменитый сэр Джон Вейн, который за открытие цикла оксигеназного механизма действия нестероидных противовоспалительных препаратов получил Нобелевскую премию. Это он показал миру, что НПВП, влияя на синтез процагландинов, усугубляя их, приводит к раздражающему действию, да, вернее, к отсутствию защиты и появлению острых эрозивно-язвенных повреждений. С другой стороны, два новых лауреата Нобелевской премии, ну, тех времен, Уоррен и Маршалл, открыли, да, хеликобактерную историю. И оказалось, что ежели мы вот сумеем победить вот эту инфекцию, то и не будет никаких проблем. И вот как бы мы имеем две стороны медали. С одной стороны, все известно. Известно, что хеликобактер, если его убрать, то все будет хорошо, но нестероидные противовоспалительные препараты, которые мир стал принимать очень много, приводят к тому, что вот не выдерживает наша слизистая желудка, и что-то при этом надо делать. Итак, нестероидные противовоспалительные препараты – это особая группа, открытие которых было в здравоохранении чем-то шаговым. Как правило, нестероидные противовоспалительные препараты используют в качестве обезболивающих препаратов при мигрени, при головной боли, при острой хронической боли скелетно-мышечного аппарата, в послеоперационном периоде, при различных травмах и при достаточно часто в урологии при почечной колике. При выборе нестероидных противовоспалительных препаратов необходимо обязательно, как и при выборе любых препаратов, учитывать эффективность, безопасность, что очень важно именно у этой данной группы препаратов, фармакологические, фармакоэкономические аспекты и удобство использования. Фармакодинамическими эффектами нестероидных противовоспалительных препаратов являются основными эффектами – это противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие эффекты МПВП. Кроме этого, нестероидные противовоспалительные препараты обладают еще антитромботическим эффектом, что позволяет использовать аспирин в качестве антитромботитарного препарата. Но при этом нестероидные противовоспалительные препараты могут оказывать ряд токсических эффектов. Это вызывает гастропатию, энтеропатию, кардиотоксичность, гепатотоксичность, поражают почки, а также влияют на гемостаз. Механизм действия нестероидных противовоспалительных препаратов основан именно на блокировании цикла оксигеназ, который участвует в выработке простагландинов и
простагландинов, тромбоксана и простациклина. Нас интересуют в основном циклы оксигеназа, которые активны в отношении простагландина и тромбоксана. Сами по себе простагландины, они помимо того, что при запуске механизма воспаления, помимо того, что они могут вызывать воспаление, лихорадку и боль, они еще могут и обладать и положительными эффектами. Это гастропротекция, они участвуют в регуляции функций почек, скелетной мускулатуры. Этим и связана такая вот как бы такие, можно сказать, такое вот ну, ножницы в том, что с одной стороны блокируя циклы оксигеназы и блокируя выработку простагландинов, нестероидные противовоспалительные препараты оказывают положительный эффект, уменьшая боль, воспаление, лихорадку, но с другой стороны достаточно высокая частота побочных эффектов у этих препаратов. В частности, при блокировании цикла оксигеназа 1. Следующий эффект – это блокирование тромбоксана. Что такое, я извиняюсь. Это блокирование тромбоксана. На этом эффекте в основном основано действие аспирина. Аспирин можно выделить в отдельную группу нестероидных противовоспалительных препаратов. Имеется в виду ацетилсалициловая кислота. При минимальных дозировках, блокируя циклооксигеназу 1, аспирин способствует, обладает антитромботическим эффектом. И таким образом он может использоваться как антиагрегант. При этом маленькие дозы ацетилсалициловой кислоты не способны вызывать побочных эффектов со стороны слизистой желудка. При увеличении же дозировок аспирина, аспирин может использоваться как обезболивающий препарат, но здесь уже возрастают риски сердечно-сосудистых осложнений. Кроме тех эффектов, о которых мы уже сказали, МПВП может еще также и ингибировать синтез и активность интерлейкинов, угнетать активацию фактора транскрипции, который регулирует синтез провоспалительных медиаторов. Также подавляет функции нейтрофилов и взаимодействие лейкоцитов с эндотелием сосудов. Но основные эффекты, которые мы используем, это именно блокирование цикла оксигеназа 1 и цикла оксигеназа 2. В соответствии с этим нестероидные противовоспалительные препараты делятся на две группы. Это неселективные ингибиторы цикла оксигеназы и селективные ингибиторы цикла оксигеназы 2. При этом препараты, ингибирующие селективные ингибиторы цикла оксигеназы 2, они обладают они при увеличении, при назначении больших доз препаратов из группы селективных ингибиторов цикла оксигеназы, увеличиваются также риски возникновения побочных эффектов. Но стандартные терапевтические дозы, как правило, способствуют, обеспечивают эффективное лечение нестероидными противовоспалительными препаратами. В группу неселективных ингибиторов цикла оксигеназы относятся диклофенак, индомитоцин, ибупрофен, кетопрофен. Это те препараты, диклофенак, кетаролак, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно в нашей практике. Но необходимо помнить обязательно о том, что, как правило, это могут быть большие дозы, это длительное использование. Зачастую пациенты самостоятельно назначают себе эти препараты, не понимая всех рисков побочных эффектов. Но с учетом того, что мы уже говорили и будем дальше говорить, риски возникновения
побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта достаточно велики, использование этих препаратов должно быть очень аккуратным. Группа селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 включает целикоксиб, немесулид, этерококсибы и другие препараты, эффективность которых достаточно высока при терапевтических дозах. Но также увеличение и длительный прием, необоснованное назначение данных препаратов может вызывать побочные действия. Побочные действия нестероидных противовоспалительных препаратов – это отдельный раздел, о котором должен всегда помнить и врач в первую очередь, и пациент. Что мы должны помнить при выборе нестероидных противовоспалительных препаратов? Обязательно необходимо учитывать дозы препаратов, которые назначаются, длительность использования, методы введения. Что необходимо помнить о рисках, которые сопровождают, как правило, пациентов при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов. О коморбидности, которая достаточно часто встречается у пациентов. О режиме дозирования. В настоящее время выбор нестероидных противовоспалительных препаратов, он практически эмпирически. Но необходимо всегда помнить при выборе препаратов о следующих моментах. О его болеутоляющем эффекте. Он должен быть, болеутоляющий эффект, достаточно высоким. При этом дозы должны быть минимальные, и длительность использования препарата также должна быть минимальная. О возможности парентерального введения препаратов, о возможности не использовать комбинированные препараты нестероидные противовоспалительные, об отсутствии нежелательных эффектов у тех или вообще у нестероидных противовоспалительных препаратов. Основная проблема, которой сводится вся терапия нестероидными противовоспалительными препаратами, это проблема безопасности использования этих препаратов. Как мы уже говорили, при блокировании циклооксигеназы мы достигаем не только положительного эффекта, но и увеличивается частота побочных действий данной группы препаратов. Как правило, можно сказать, органами-мишенями являются желудок, сердце и почки. Это основные органы, которые страдают при использовании неадекватном использовании нестероидных противовоспалительных препаратов. Это могут быть диспепсия, гастропатия, достаточно высокая частота желудочно-кишечных кровотечений. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями это дестабилизация артериальной гипертонии, декомпенсация сердечной недостаточности, высокие риски тромбоза, фибрилляция при сердце. У пациентов при поражении со стороны почечной системы это могут быть нефротоксичность, это прогрессирование ХБП и острая почечная недостаточность. Необходимо помнить всегда, что достаточно большое количество населения, в частности пожилого и старческого возраста, до 40% используют нестероидные противовоспалительные препараты как обезболивающие, противовоспалительные, как антиагреганты. Эта группа, это особая группа больных, потому что у них достаточно высокая частота сопутствующих заболеваний и высокая частота назначения других препаратов. Итак, МПВП, они обладают в основном анальгетическим, противовоспалительным, а также антитромботическим эффектом. При использовании этих препаратов возрастает риск тех или иных побочных эффектов. В частности, это риски желудочно-кишечных кровотечений, риски МПВП гастропатии и риски со стороны сердечно-сосудистой системы.
Что следует учитывать при индивидуальном выборе МПВП? Необходимо обязательно учитывать возраст пациента, наличие в анамнезе язвенной болезни, использование высоких доз нестероидных противовоспалительных препаратов, одновременное использование двух и более МПВП, длительность назначения МПВП, также женский пол, прием контрацептивов у женщин, а также сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов с гормонами, с глюкокортикоидами. Мы уже неоднократно говорили о тех побочных эффектах, которые возникают, могут встречаться при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов. Отдельно остановимся на каждом из них. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как правило, у данной группы пациентов при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов достаточно часто, можно сказать, практически всегда, отмечаются высокие уровни подъема артериального давления. Кроме этого, нестероидные противовоспалительные препараты могут влиять на тромботический статус и таким образом увеличивать риск желудочно-кишечных кровотечений. Как правило, у этой группы пациентов желательно делать выбор в сторону препаратов, которые угнетают синтез тромбоксана. При использовании гипотензивных препаратов предпочтение следует отдавать блокаторам кальциевых каналов. Прием МПВП у пациента с артериальной гипертонией, как мы уже говорили, всегда сопровождается повышением артериального давления. Пациенту необходимо рекомендовать самоконтроль артериального давления. При этом желательно назначать комбинированную гипотензивную терапию в небольших дозах или же добавлять какой-то новый в небольших дозах гипотензивный препарат. Значит, при выборе того или иного препарата мы учитываем риски осложнений. Для этого поделили пациентов, клинические рекомендации 2019 года, они ссылаются на следующие критерии. Пациенты с риском СКОР меньше 1% и отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний имеют низкий риск сердечно-сосудистых осложнений. Пациенты с компенсированной артериальной гипертонией и сердечной недостаточностью, с неосложненной ИБС и с индексом СКОР от 1 до 4% имеют умеренный риск сердечно-сосудистых осложнений. Группу лиц с высоким риском составляют пациенты с ИБС, перенесшие инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, инсульты и с КОР более 5%. И очень высокий риск составляют пациенты с ХБП, хронической сердечной недостаточностью, пациенты с транзиторной ишемической атакой в анамнезе, с клинически выраженной ИБС, с хронической сердечной недостаточностью, инсультами, инфарктами, острым коронарным синдромом. И с КОР более 10%, индексом СКОР более 10%. Соответственно, для снижения риска развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у данных пациентов необходим, прежде всего, здоровый образ жизни, необходим отказ от курения, необходима профилактика факторов риска, контроль массы тела, контроль уровня артериального давления, контроль уровня липидов. Все это будет способствовать более благоприятному назначению нестероидных противовоспалительных препаратов. Следующая группа – это группа осложнений, которые связаны с повреждением слизистой желудка. Как правило, наиболее частое осложнение – это желудочно-кишечное кровотечение. Причем у большинства пациентов повреждения желудочно-кишечного тракта могут протекать без какого-то клинического отражения.
частота пациентов с желудочным кровотечением, которые принимали нестероидные противовоспалительные препараты, также достаточно высока. Наиболее часто кровотечения возникали у пациентов, которые принимали аспирин в комбинации с диклофенаком. Следующая группа – это пациенты, которые принимали просто аспирин 20%, и пациенты, которые принимали кетаролак. В принципе, в общем, прием нестероидных противовоспалительных препаратов достаточно часто вызывает желудочно-кишечные кровотечения. Ну, по-моему, они достаточно яркие. Это вот страшный вид вот этих острых эрозий и язв желудка, ну, который, я думаю, запоминается. И вот чтобы мы зрительно себе представляли, что такое даже незначительные вот эти вот поражения желудка и незначительные кровотечения, которые в подавляющем большинстве проходят вообще для нас без клиники. Мы о них даже и не знаем. То есть, когда кровотечение уже серьезное, и мы видим уже начало развития анемии и так далее, ну вот тогда мы чаще всего их начинаем диагностировать. Анемия – это еще дополнительный фактор к тому атеротромбозу. А все это, да. При назначении нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с имеющих риски повреждения желудочно-кишечного тракта и осложнений также необходимо учитывать, необходимо делить этих пациентов на, с учетом рисков и определять дальнейший выбор препаратов. Так, пациенты с низким риском желудочно-кишечных осложнений – это те пациенты, у которых вообще отсутствуют какие-либо факторы риска. Данной группе пациентов можно назначать любые нестероидные противовоспалительные препараты. Пожилые пациенты, пациенты с язвенной болезнью в анамнезе, пациенты, принимающие глюкокортикостероиды, курильщики, пациенты, инфицированные хеликобактер пилори, относятся к группе с умеренным риском желудочно-кишечных осложнений. Данной группе пациентов желательно назначать, нежелательно, а назначаются, как правило, ингибиторы протонной помпы. И следующая группа, селективные нестероидные противовоспалительные препараты могут назначаться в монотерапии, и неселективные нестероидные противовоспалительные препараты у пациента с умеренным риском назначаются в сочетании с ингибиторами протонной помпы. Следующая группа – это пациенты с высоким риском осложнений желудочно-кишечного тракта. Это пациенты с рецидивирующей язвенной болезнью, у которых уже в анамнезе были кровотечения или перфорация, пациенты, которые принимают антикоагулянты или тромболитики, и пациенты, у которых может сочетаться несколько факторов риска. У данной группы пациентов уже назначаются селективные нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с ингибиторами протонной помпы. Необходимо отметить, что у пациентов с высоким риском повреждения желудочно-кишечного тракта предпочтение отдается целикоксибу, этерококсибу и целикоксибу, этерококсибу, как мы уже сказали, ингибитором цикла оксигеназы 2. Селективным ингибитором циклооксигеназы 2. Следующая проблема, которая может также встречаться у пациентов при длительном использовании МПВП, это помимо их эффекта положительного влияния на воспаление и боль, также нестероидные противовоспалительные препараты могут влиять на блокаду синтеза протеоглюкана. Сегодня в доказанных исследованиях, рандомизированных, контролируемых, в пользу того, что МПВП влияют на хрящевую ткань, нет. Но на нашей кафедре было проведено исследование, в результате которого мы макроскопически и микроскопически изучали морфологию хрящевой ткани у пациентов различных групп, у пациентов, у которых болевой синдром был связан с травмой, и у пациентов с
остеоартритами. И у пациентов с остеоартритами достаточно часто отмечалось именно повреждающие действия МПВП на хрящевую ткань. Хрящевая ткань у данной группы пациентов была достаточно изношена. Некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, они подавляют синтез протеогликанов, другие же, наоборот, не обладают данным эффектом. Вот. И поэтому на сегодня отношение в отношении нестероидных противовоспалительных препаратов на хрящевую ткань нет стойкого мнения, но, как правило, имеются данные, которые все-таки доказывают повреждающее действие МПВП на хрящевую ткань. Следующее – это то, что МПВП проходит трансформацию печени и может обладать непредсказуемым эффектом. У пациентов с прогностически неблагоприятными, с желтухой, прогностически неблагоприятным назначается длительное использование МПВП. И до 26% больных с желтухой – это были пациенты, которые принимали МПВП. И еще одна группа, которая, хочется сказать так, как простагландины, мы уже говорили, оказывают положительные эффекты в отношении почечного кровотока, влияние на почки – это назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, побочный эффект – это повреждение, побочное действие со стороны почек. Что необходимо учитывать при назначении пациентов и возможность риски побочных действий со стороны почек? Это пожилой возраст, это хронические болезни почек, наличие ХБП, наличие сердечной недостаточности, сахарный диабет, всевозможные лекарственные взаимодействия, прием нефротоксических препаратов и прием алкоголя. Перед приемом назначения нестероидных противовоспалительных препаратов пациенты, особенно страдающие заболеваниями почек, мочеполовой системы, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Необходимо помнить, что при клиренсе креатинина меньше 30 мл в минуту назначение МПВП это является противопоказанием. Итак, что необходимо учитывать при выборе МПВП или же назначении МПВП у пациентов, имеющих риски поражения почек? Это обязательно необходимо контролировать уровень артериального давления, с осторожностью назначать ингибиторы АПФ и блокаторы ренин-ангиотензивной системы за счет того, что может увеличиваться еще и в сочетании с диуретиками риск нефротоксических реакций, а также отслеживать скорость клубочковой фильтрации. Итак, основные положения, характеризующие из МПВП, мы подытожим наш алгоритм назначения нестероидных противовоспалительных препаратов с учетом сказанного, с учетом рисков, о которых мы уже говорили, осложнений у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с поражением желудочно-кишечного тракта, на основании методических рекомендаций Москвы за 2019 год. Наши пациенты – это пациенты, как правило, с сопутствующей патологией, у которых высокий риск и развития сердечно-сосудистых осложнений, и развития желудочно-кишечных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Итак, есть ли риск осложнения? Если риск осложнения у пациентов ЖКТ низкий и риск сердечно-сосудистых заболеваний низкий, то данная группа пациентов может использовать любые нестероидные противовоспалительные препараты. У пациентов с умеренным риском осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы могут использоваться неселективные нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с ингибиторами протонной помпы и селективные нестероидные противовоспалительные препараты в терапевтических дозах. При высоком уровне риска осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваний
препаратами выбора остаются циклооксигеназы, селективные циклооксигеназы. Два – это, может быть, целикоксиб, этерококсиб в сочетании с ингибиторами протонной помпы. При низком риске сосудисто-желудочно-кишечного тракта осложнений и умеренном или же высоком со стороны сердечно-сосудистой системы необходимо отдавать предпочтение ПВП с наименьшим сердечно-сосудистым риском. Это, как правило, селективные циклооксигеназы 2 или же использовать ибупрофен в низких неселективные циклооксигеназы с низкими дозами. В частности, можно использовать ибупрофен в дозировке меньше 1200 мг в сутки. При умеренном риске осложнений сосудистокишечного тракта и умеренном или высоком риске осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, мы также назначаем селективный циклооксигеназы 2 в сочетании с ингибиторами протонной помпы. У пациентов с высоким риском осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых осложнений препаратом выбора остается целикоксиб в комбинации с ингибитором протонной помпы. При высоком риске сердечно-сосудистых осложнений и высоком риске и вне зависимости от риска осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта необходимо по возможности избегать использования любых нестероидных противовоспалительных препаратов. Что мы можем сделать, чтобы снизить риск развития нестероидных противовоспалительных осложнений? Прежде всего, необходимо избегать назначения нестероидных противовоспалительных препаратов с аспирином или же клобидогрелем. Данная комбинация вызывает увеличение риска осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. При одновременном препарате использовании антиагрегантных препаратов и неселективных ингибиторов циклооксигеназы и ибупрофена напроксена также возрастает риск желудочно-кишечных осложнений за счет того, что увеличивается антитромбоцитарная активность. Необходимо по возможности минимизировать дозы нестероидных противовоспалительных препаратов и длительность их в случае проведения двойной антиагрегатной терапии. И если же пациенты принимают антикоагулянты, то предпочтительное назначение целикоксиба, так как комбинация антикоагулянтов с неселективными МПВП увеличит риск сердечно-сосудистых осложнений. При назначении МПВП и возможном риске проблем побочных эффектов со стороны почек, мы уже это обсуждали, необходим тщательный контроль, избегать назначения ингибиторов АПФ и также учитывать скорость клубочковой фильтрации. Итак, нестероидные противовоспалительные препараты. Что необходимо нам запомнить из этой группы пациентов? Необходимо использовать нестероидные противовоспалительные препараты в адекватных дозах, которые имеют равный обезболивающий потенциал. Необходимо помнить, что нестероидные противовоспалительные препараты имеют дозозависимый эффект. При увеличении дозы нестероидных противовоспалительных препаратов возрастают риски осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек. Нет доказательств, что применение МПВП в виде инъекций или же в виде таблетированных форм имеет какое-либо преимущественно. Нестероидные противовоспалительные препараты в средних и максимальных терапевтических дозах при лечении хронической боли не уступают мягким опиоидным препаратам, таким как трамадол. При этом необходимо обязательно оценивать факторы риска, проводить их коррекцию, назначать нестероидные противовоспалительные препараты с более благоприятным профилем действия на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. Дополнительным методом
профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта является использование ингибиторов протонной помпы. Дополнительным методом профилактики со стороны отделов, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, тонкой и толстой кишки, могут быть назначения ребамепида. Не существует эффективных медикаментозных методов нефро- и гепатопротекции для снижения риска МПВП, только нам необходимо учитывать, как мы уже говорили, то, что получает из гипотензивных препаратов пациент, и скорость клубочковой фильтрации. А также необходимо помнить, что использование неселективных циклооксигеназ в сочетании с ацетилсалициловой кислотой может повышать, в частности ибупрофена, может повышать терапевтические эффекты без увеличения побочных эффектов. Итак, какие выводы мы сделаем из нашей сегодняшней темы? Выбор МПВП – достаточно серьезная проблема, которая стоит перед врачом. Прежде всего, необходимо учитывать возраст пациента, наличие сопутствующей патологии, с одной стороны, а также риски, которые могут вызывать у пациентов те или иные нестероидные противовоспалительные препараты. Необходимо учитывать профиль риска каждого конкретного пациента. Прежде всего, эффект нестероидных противовоспалительных препаратов в отношении пациента с болевым синдромом и взвешивать риски и положительные эффекты. Врач любой специальности может ослабить риски нестероидных противовоспалительных осложнений, грамотно оценивая исходное состояние пациента, наличие скрытых факторов риска. И хочется закончить словами одного из великих врачей советского здравоохранения российского, Касирского: медицина является наукой, а врачевание – искусством. И там, где оно передает быть искусством, медицина теряет свое значение как наука. Надеюсь, наши коллеги будут аккуратными в назначении, в терапии, в длительности нестероидных противовоспалительных препаратов, потому что это на самом деле достаточно актуальная проблема, и лекция будет вам полезна. Спасибо за внимание.